Аршавину мяча. Жирков побежал в штрафную. Жирков, Аршавин не совсем здоровы, но тем не менее играют. Должен сыграть вратарь. Не совсем удачно действует. И 1-0. Роман Широков. Роман Широков открывает счет. И происходит это на 6-й минуте первого тайма. Ну что ж, Николай Михайлов, конечно, облегчил Роману Широкову задачу. Еще раз смотрим повторы. Так, передача Аршавина. Не смог зафиксировать мяч и отбить не смог голкипер. Ну, может быть, потому что играет он против солнца. И это ему помешало. Так или иначе. 1-0. 1-0. Быстрый мяч, который должен раскрепостить наших футболистов, как это часто бывает. 1-0. Ну а что касается вратаря Николая Михайлова, молодой голкипер, 22-летний, очень нестабильный.